не отеля, прямо рядом с окном нашего номера расположено какое-то красивое полотно. Наверное, это выглядит прикольно. При таких штантах самое главное не вывалиться из окна. Мы решили не оставаться дома, а поехать в небольшое автомобильное путешествие. Мы остановились в городе Елец. Отель называется «Винтаж». Удивительно, но мы здесь всего лишь третьи посетители, потому что отель открылся недавно, он совсем новый. Вечер в Ельце. Мы идем смотреть салют. Замечательные усы. Удивительные красы. Завтрак и утренний просмотр. Мультик. Интересно, что в Ельце очень много храмов, соборов, церквей. Они обычно очень большого размера, все они расположены целиком в центре города. Выглядят впечатляюще, размеры просто колоссальные, но не всегда хорошо отреставрированы. Мы строили кафе в голубей, но там бегает мальчик и их теперь пугает. Елецкое чертово колесо, прямиком из моего советского детства. Вот эти замечательные люльки, они в форме как корзиночек сделаны. В середине, как на детской карусели, круглый поручень, за который можно раскручивать себя вокруг своей оси. Интересная конструкция, ностальгическая.